обычно на это. Я ощущаю, вот выглядит. Сейчас ем пюре. Примерно так сегодня выглядит мое утро. У меня какая-то не очень хорошая привычка собирать вещи утром, поэтому сейчас вместе будем собирать сумку. Я еще не выбрала, шопер ли сумка. Ну, не знаю. Еще у меня сегодня утро в спешке. Я очень-очень спешу, потому что я проспала. Но, тем не менее, я успеваю снимать для вас. Я все-таки выбрала сумку. Беру планер, тетради, черную футболку. Еще нужно собрать пенал. И еще немного косметики. Я очень переживала, что могу опоздать. Вот школа наша. В этой части школы я в этом году еще не была. Вот это у нас инфоцентр. Обычно у нас здесь проходят пробные. Сабыха круги Шахрамов. Приглашаем на урок. Здравствуйте. Это наш родной класс английского. 208. О, я опять буду сидеть сзади. Ладно. О, я нашла свой ремень. Сегодня понедельник. Расписание у нас... первой парой была математика. Потом блок Б углубленный. Это у меня химия. Мы писали сорт по химии. А вы не опоздали? Когда пишем expectations, IELTS, как мы думаем, как это получится. И потом, когда результаты выйдут, а потом, когда в ноябре результаты выйдут, мы откроем и сравним. Вот. Сейчас будет последний урок, это НВП. И все, еще никакой формы сейчас. Форма. С формой иду в раздевалку. А еще у меня нет фуражки. Надо найти, спросить у кого-то фуражку. Собрала волосы, нашла фуражку. Все, я готова. Как раз вода. Сабыха круги Шахрамов. Мне просто очень нравится, как я сейчас выгляжу. У нас закончились пробные IELTS. Мы там сидели час или два. Очень долго, я даже поспала. Вот. И мне сейчас надо забрать форму. Я так резко сегодня начала влог, что даже не рассказала вам суть. Так вот, я начинаю такую рубрику влогов. Называется, как вы заметили, дневники 12-классницы. Или, может быть, я потом как-то по-другому придумаю. Вот. Снимать буду абсолютно все, что мы делаем вот в 12 классе, как мы готовимся к экзаменам, что делаем, как проходят школьные дни и все такое. Вот, буду снимать целую неделю, сегодня понедельник. Буду снимать и во вторник, в среду и, короче, до воскресенья. По возможности, конечно, может, будут какие-то скучные дни. Короче, буду выбирать интересные какие-то моменты, интересные дни и снимать для вас. У меня у самой даже еще не было полноценной недели в школе, потому что всю прошлую неделю, почти всю неделю я болела и была дома.
И вот, надеюсь, на этой неделе я не заболею, и все пройдет хорошо. И расписание у нас, точное расписание вышло только на этой неделе. Сегодня у нас было 6 уроков, потом мы остались на IELTS пробный. Это был мой первый, ну как, не пробный, а practice IELTS. Это когда мы остаемся в школе после уроков всей параллелью и делаем задание IELTS. И вот сейчас после IELTS я сижу, нашла очень классное место, оказывается, здесь есть диван. И жду куратора, потому что я должна у нее, точнее, да, у нее забрать форму свою, трикотажку. Пока я жду, давайте вам покажу мини-тур, так скажем. Там у нас спортзал. Вот, спортзал и тренажерки, а тут кабинеты учителя, нет, кабинеты кураторов, кабинет директора, короче, кабинеты принципалс. И там инфоцентр, где мы делаем пробные, но мы сегодня делали не там, мы сегодня делали в кабинетах, но я вам там показывала уже. Вот. А еще хочу сходить на снятие маникюра, потому что мне так уже очень неудобно. Это тоже как традиция после уроков. Ура, здесь есть стаканчики. Это такая редкость. Раньше была и нам пицца с мультиплицем, да? Да. Окей. Акши, дай нам бастем, был мой голосок. Нет. Назм, кого будет ход? Пока, Назм. Пока. Мы ждем Назм. Ну, мне кажется, останется здесь делать уроки. Вот. Это атриум. Сейчас вам покажу атриум. Здесь обычно ученики остаются, чтобы делать домашние задания. И вообще тут очень уютно и тоже можно делать. Вот так вот выглядит атриум, второй этаж. Видите, как здесь красиво. И там ученики делают вот свои дела. Вот Назм сидит делает. Сейчас вам покажу, какие у нас будут формулы. Тим-центр работаешь, да? Тим-центр. Там, там. Вау, какой красивый. И на ноутер. Синка, дым. А, не взамен. Мин, мы у нас наш перимбер. Арандаш. В общем, N. Керемет. А меня еще бурнда у себя был. Бурнда. N. Назм. Так вот, наши формулы. Нам дадут такую бумажку. Как это называется? Нет, нет, нет. Буклет. Такой буклет. Тут есть все необходимые формулы. Ну, вот. Хорошо, мало. Смотрите, какие тут таблицы еще. Нам с ними всеми предстоит иметь дело. Ужас. Еще вот. Женя, кто хочет, да? Вот еще вот такие таблицы. Вот, все. Пока. Когда я говорила про традицию, я вообще не шутила. Вот опять мандарин. Вот только что вышла из центра, сдала спикинг. Теперь у нас каждый день будут такие спикинги, чтобы мы готовились. Здравствуйте, Кайлс. На завтрак. Самый лучший завтрак. Пустой кантин. Хлоропаст, да? Восемь должно быть, восемь. Потому что должно быть как? Смотрите, какая сегодня классная погода, солнечная. У нас сейчас будет физкультура. Тут
еще есть теплица. Мы сюда заходили как-то весной. Там было очень красиво, но сейчас все, кажется, убрали. Вот там у нас поле. Let's have an activity break and do some exercises. Сейчас будет активная перемена. По идее, это по-другому называется, я просто забыла, как называется. Вот, вся школа собирается в атриуме. Сейчас будем делать... Сейчас будем танцевать. Кстати, на этой неделе как раз-таки наш класс, дежурный класс, поэтому сейчас они будут танцевать и вести... Как это называется? Я забыла. Короче, сегодня я не пошла на физкультуру, и мы здесь сидели эти два урока. Я доделала домашку по математике. Вот. Здесь очень классно. Тоже диванчики. Сейчас уже прозвенел по идее звонок на математику. Да, мы сейчас пойдем на математику. У нас последний урок. У меня закончилась математика, я иду на спикинг опять. Меня уже второй раз за день зовут на спикинг. Мне очень нравится атмосфера в школе. Ура, я опять нашла стаканчик. Это реально редкость. Сегодня утром искала, не нашла. Что-то много стаканчиков стало. Это у нас блок английского. Ну, по сути, здесь проходит и русский. А, нет, это блок русского. Короче, русский и английский. А ты что делаешь тут? О, привет! Кто локом на видео на улице? А я тебя в блоге. Привет! Я сейчас ем пюре. Без бенатики я дам. И обед у нас после 6 урока. Мимо карма шоколад. И мимо карма тратит до старый бар, как, например, девушка, которая снимает это видео. Но почему-то мало хавчиков имеет, так что... Хорошо. Мы это учтем. День проходит нормально. Сейчас английский, потом, оказывается, без IELTS какой, ладно? Да. Молодец. Потому что у нее восьмерка. Вот смотрите на человека, который уже получил восьмерку. Чики-пики. Ну, так себе. Ой, айпайды. А этот нет? Сейчас я буду сдавать этот... Этот спикинг. Все парты заёмы? Желтый, кумендж. Кумендж. Они свалкают. У нас сейчас... у нас закончились, кстати, у нас сегодня самый изичный день. Самый-самый изичный день у нас вторник, потому что у нас с утра был блок А у губ. Это у меня была биология. Потом физкультура. Но сегодня не пошла на физкультуру, я просто сидела в атриуме на втором этаже. Это я ей подарила. Потом у нас была... Типа ошейник. Математика. Типа я ее. Талия. Короче, потом у нас была математика. Не пара, просто один урок математики. И всего у нас было 5 уроков. Только 5 уроков. И это был бы самый изичный день, если бы нам сегодня поставили опять IELTS практику. Вот. Обычно у нас IELTS практика, practice IELTS, понедельник, среда и пятница. Но изменили это расписание и сделали так, чтобы мы сдавали в понедельник, во вторник и в пятницу, вот. И у нас еще сегодня должна была быть подготовка к МЭСКу по биологии, но его уже отменили. Короче, сегодня какой-то странный день получается. Еще у нас сейчас будет окошко, потому что после 6 у нас будет... Что у нас будет? У нас будет обед. Вот. Я все еще жду.
Буду сейчас завозить пикник. Шале. Мы уже выходим. Сегодня на Айлс не пойдем. Вот. Почти пустая школа. Ну, как пустая, все на уроках просто. А мы домой. Вышли из Шилаева. Купили свой куб в шоколаде. Вообще-то я хотела круассаны. Ну вот, купили. Там круассанов не было, поэтому купили свой куб в шоколаде. Привет, сегодня у нас среда. У нас только что была пара в математике. Мы еще посидели в кабинете психологии. Сейчас идем в спортзал сдавать мониторинг по географии. Видите, там спортзал, и там сдают уже мониторинги. И вот, мы туда сейчас идем. Сумки оставляем здесь. Вот, у нас есть такой урок программирования. Он у нас добавился в 11 классе. И за этот учебный год у нас сейчас будет первое программирование. Первый урок. Еще по программированию у нас тоже новая учительница. Сейчас будем делать задание степик. Идем в актовый зал на собрание. У нас закончилось программирование. Мы идем на обед. И осталась последняя пара. Это география. Но валюта уже контролируемая, но ультравалюта жизни сам, да? Но алкоголюта форма. А я же на летнюю. Мен курсатор моя жена была в Лёгаре Екен. Был, а я же был мен. Ты рассказывай, ты во блоге. Короче, компот – это такой напиток, который содержит в себе очень множество витаминов, включая все кислоты и да, минеральные вещества, которые содержатся во фруктах. Да, я же? Это компот. Теперь у нас 9-10 будет биология. Будем писать пробы. Будем готовиться к МЭСК. Вот так вот. Шаем пробники. Началась биология, и мы сидим на диванчиках. Сейчас будем готовиться к IELTS. Точнее, будем друг другу говорить о IELTS speaking. Вот, мы решили, что будем еще и вот так вот готовиться. Тем временем уже заканчивается 10-й урок. Там на первом этаже идет фотография. Мы попрактиковали спикинг. Я вообще недовольна собой, но это был наш первый совместный спикинг. Подпишитесь на неё, ставьте лайки. Спасибо. Вот. И этот день на этом заканчивается. Там идет еще фотография. Показывает носочки. Очень выглядит. Вот. И собираемся домой. Еще у нас скоро начнутся выборы. Вот еще здесь постер. Really make me wanna fly.
Всем привет! Сегодня четверг, очень классная погода. И сегодня я особо ничего не снимала, потому что, в принципе, особо ничего интересного не происходит. Смотрите, как тут красиво. Сегодня утром у меня была биология, мы писали по биологии СОР. Потом был казахский язык, мы читали очень интересное произведение. Потом у нас была математика, пара тоже. Вот, сейчас физкультура. Один урок только, и мы на улице. И нам вообще сегодня должен был быть самый сложный день, потому что сегодня по расписанию у нас 10 уроков. Но сегодня без конца что-то меняют расписание, и, по сути, получается какой-то легкий день. Хотя я думала, что будет прям суперсложный день. Вот так вот. Я наконец-то забрала свою форму. Всем привет! Сегодня пятница. Я ничего не снимала, потому что это был самый обычный день. С утра у нас была пара КСМ. Очень интересный прошел урок для меня. Потом для нее, видимо, нет. Потом у нас была химия и биология. Вот. А после всего этого у нас был IELTS пробный, и мы только что еще попрактиковали speaking с ней. И у нас, как всегда, наша любимая традиция есть мандарины после уроков. Еще сегодня из интересного будет благотворительная дискотека. Вот поэтому я и начала, собственно, снимать влог, потому что буду снимать что-то интересное для вас. И мы идем на дискотеку. Мы уже переоделись. Смотри. И идем туда. Вот так вот. Really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Все, мы домой.